Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Итак, где у нас тут вот ручное сохранение? Сейчас мы в деревушке окажемся. И из деревушки нам надо поговорить с подругой. Ну, ладно, сейчас поговорим, узнаем. Ей же тоже, кстати, интересно, любопытно. Все такое интересное, все что то, что неизвестное. Вот она, и хочу разобраться, что происходит. У нее Стивен расскажет, что сейчас нам пора обратно в Хогвартс. Вот отсюда вот надо. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы он нас за нас переживал. Понятненько. Только можно же... Так, раньше вы должны вернуться в свою гостиницу. Так, откройте карту. Принять. Так. Так, надо тут начаться к Хогвартсу, чтобы Ага, вот она, карта Хогвартса. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Так, а где у меня? Перемещение в мою гостиную. Так, астрономическое крыло, крыло. Так, лестница, большой зал, пристройка. Так. Даже не знаю, в гостиницу я перемещаюсь или куда. Ну ладно, сказали в Хогвартсе ночевать, так в Хогвартсе будем ночевать. Точно, я в одно место не забыл сходить, там забрать надо. Сундук-то открыть открыл, а места не было. А сейчас лежит, добро. Да. Нехорошо, нехорошо. Ну что ж. Придем да заберем. Да что такое? А, без разницы куда, да? Я бы все равно бы здесь оказался. Ладно. Завершить основное задание осталось 2 из 4. Че? Ревелио. Так. А, здесь одна дверь. Вы получили сову. Ну. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гритсоне. Хорошо. Зайдем. Только первоначально мне надо... А, большой зал. Так, пристройка к библиотеке. Теплицы, класс прорицаний. Ну-ка на центральный зал попробуем. Белый контур указывает на вашу текущую цель, режим прицеливания, это мы знаем, это мы все проходили. Нет, не тот зал. Большой зал, а там тогда как будет считаться? Итак, южный выход, так, внутренний двор часовой башни, опять не то. Теплица, так, центральный зал, только что в нем, я, по-моему, в нем и есть. Ну какой-то большой зал, вот, по-моему, мне сюда надо. Большой зал. Так-то здесь можно пешком, конечно, передвигаться, но и раскрывать дальше секреты.
Но учитывая, блин, как у меня тут все прогружается, будем идти по основной миссии. Без поисков. Так. Заходим. Опять ячейка заполнена. Опять не могу взять. Ну что с вами будешь делать? Ага. Где тут ближайшее? Вот это, наверное. А там уж пешочком дойдем, ничего страшного. Ножками. Ножками, Гаррет, ножками. Ножками топ-топ. Глазками хлоп-хлоп. Так вот, потихонечку, помаленечку и доберемся. Куда? На пол. Кидаю. Так, осталось немножко. Где-то здесь он, рядышком. Так. Надеюсь, правильно идем. Идем. Блин, еще можно было сюда даже куда-то. Вот сюда можно было. Я наоборот не стал сюда. Уф. А что и почему в обход? Стой. Нет. Ревелио. А вон что звенело. Давай, забегай. Тут я вроде все собирал. Lumos. Нет. Ну ладно. Говори. Профессор Фиг. Профессор, как же славно вас видеть. А уж как я рад, слава Мерлину, вы целы, я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще и в Хоксмут. Сэр, тролли были в доспехах, с тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро, с его помощью Рунок управлял драконом. Но как и зачем отправлять троллей? Это из-за меня. Мне удалось нечаянно послушать разговор. Так, Ранрок был в Хоксмите, да еще и с Руквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Руквуд разделался со мной, и он бы разделался, не вмешаясь Сирона. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины, Рунгок и темные волшебники, значит, им нужно содержимое того сейфа. Охотятся за медальоны. Speaking of the vault, так, вы упомянули о сейфе. Как вы полагаете, что может ли Ранок сотрудничать? Не думаю, конечно, гоблины Гринсли не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившегося, тем более банкирам гоблины Гринсада ничего не сделали, короче. Никогда не поддержат Ранкока. Ну да, им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили. Да-да. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта, хитро придумана. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку, а точнее в запретную секцию, и немного дальше я вижу на ней следы магии. Айки знал, что вы что-то увидите. Идем? Ценю ваш энтузиазм, и мне тоже не терпится узнать, что же там может быть, но...
После тех событий в Гринспоте, не говоря уже о том, что случилось у Мириам, однако я знаю точно, наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанимались с профессором Гекком. Но, сэр, что может мне угрожать в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправимся туда просто за книгой, нужно быть готовым ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство. Я сообщу профессору, что вы хотите к нему прийти. Блин. Ну, пойдем к профессору, к которому мы хотим идти. Подожди, а куда нам далеко идти-то? А, нет, недалеко, смотрите-ка. Вниз, вниз, вниз. Где-то, где-то. О, стой. Так. Прогрузили. Я опять не... Вот, стоп. Ревелио. Нет. Не он. Что за задание? Зенобия наук. Поговорить. А, мне наверх. Опа. Это как-то надо выдвинуть. Ладно, надо будет не забыть потом. 23. С тобой что не так? Ну давай поговорим. Это ты что-то у меня на карте хорошо так высвечиваешь? Ничего не понимаю. Где перевод? Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию. Хорошо, профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклинанию Инсентио. Так, с его помощью можно зажечь факел. Или защититься от тех, кто хочет причинить вам вред. Только звук не включайте. Весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. О, давай. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не слышат. Когда закончите, подойди ко мне, и мы начнем изучать Инсентио. Ну, давай. Даже не знаю, ты меня далеко ведешь? Ох. Ну, ладно. Нет. Наверх. Ай-яй-яй-яй, опять. Так, а там куда выходить-то можно? Что? Ну давай, прогрузись. Так, а я здесь пробегусь, потому что здесь может быть статуи, которые мне нужны. Так. Опа. Не прогрузилось. А теперь. Вот так. Так, это облегчает немного задачу. Так, здесь мы уже все посмотрели. Lumos. Levioso. Reparo. Так. Accio. Это отодвинуть надо, наверное. Accio.
Непонятно. Ладно. Открывайся, Сезам. Стой, стой, стой. Ай. Ай. Как тут дверь открыть? Я, кстати, пока так и не понял. Она вроде как приоткрывается. То ли надо заморозить где-то что-то. Время остановить. Так, там мы все взяли. Замок. Замок, и там зеркало с сундуком. Вот так. Взяли. Сейчас прочтем. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех четырех тварей, может загадать желание у этого колодца, будь то рядом Фестралом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифом. Время взял. Ну, кстати, есть, да, я, наверное, завоюю все четыре животных, ну, если по сценарию придется. Если нет, то, наверное, еще раз я не буду. Давай поговорим. С возвращением. Так, привет, Люкан, в следующем дуэли... Все уже готово? Ну? Hello, Lucan. Так, это подожди. Как подай мне это? Why, yes it is. Ну а что, на поплыву не надо его катать? Ну что, хочешь показать? Ну что, хочу показать себя? Вполне. Гель для губ не надо катать по полу. I'm ready. Давай. Let's do it. Да, приступим. Итак, прекрасно, дуэль будет с партнером. Прекрасно, дуэль будет с партнером. Давай вот это. С Национой. Попробую ее. Ксюша, не трогай его место. Это его место. Все, не лезь к нему там. Он тебя поцарапал. Yes, Nasi. Да, then let's get to it. Я тебя предупреждал, в следующий раз он тебя еще укусит. Никогда не бей его. Это тебе сейчас кажется, на самом деле он поцарапал тебя. Да, кот у меня ready to get thrashed? Мстит. Я разобью вас. Ага, сейчас разобьет она. Apologies in advance. Заранее прошу прощения. О, ну ладно. Подожди. Подожди. Репаро. Подожди. Акио. Да ты сама бей, блин, тоже. Подожди. Да, блин. Да. Подожди. На. Захреначил.
Да. Вот так вот. I can never duel like that. Уйдите от телевизора, ты так разобьешь его. Так, это уж точно. Другие дуэлянты уже и так обратили бы на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Рекомендую тебе тренироваться без устали, если хочешь иметь шансы на победу. Я сообщу тебе, когда все будет готово. Надеюсь, увидимся. Так. А куда мне надо-то? Вроде недалеко. А, мне не сюда надо. Мне надо телепортироваться. Так. Вот сюда телепортируемся. Так. Да, сюда. We have a new training dummy on which you can practice spell combinations, and you're up for round two of cross bonds. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Так, проходим, проходим. Нам сюда. Да блин, а как так-то я далеко оказался? А, подожди. Так, такс, такс. I don't think I can do this now. Для некоторых заданий может потребоваться определенный уровень или способный. Так, проверьте журнал заданий и вашу текущую задачу, чтобы уточнить. Ой. Так, ладно. Задание. Чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения. Так, вот сюда мне надо. Вот сюда надо. Понятно. Получает. А, так я, может, телепортируюсь сюда? Так. Конечно, вот сюда, давай. Маленько не так, надо же сначала научиться. Учимся, учимся. Да, как заметили, может быть, вы, я одет по-другому, потому что записываю два дня. Два дня записываю это видео. Гости. Гости у меня праздники были. 7, 8, 9. Поздравлял, да? А также два дня рождения. Кошмар. Так, подожди. Давай говорим с тобой. Так. Hello, Lucan. Привет, Люкан. Можешь воспользоваться тренировочным манекеном? Конечно, я его подготовил и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. Ну что, попробуешь? Ну давай, попробую. That would be wonderful. С удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадет на землю. Если захочешь прервать тренировку, скажи мне. Давай посмотрим. Сядь нормально и сиди нормально. Так.
Чтобы манекен не успел упасть. Так. Ага, так, минутку. И 4 удара. Все. Понятно. Это комбо. Так. Теперь что? Ага, нет, маленько не так, минутку. Раз, два. Ага, нет, маленько не так. Блин. Оно так неудобно. А можно как-то переставить это? Ну-ка. Так, где у меня? Так, а сюда мы поставим? Нет. А чего мы еще-то учим? Да блин, вообще не то. Стой. Так, а что у меня здесь было-то? Третье. Это починка. Вот так вот. Все. Ё-моё. Так. На. Акио. That's it. Нормально? Или еще что-то? Вроде как что-то завершил. Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люкан. Я считаю, что лучше обнажить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Я знал об этом. Я верил в себя. Так, ладно. Что-то у меня прогрузилось, ничего хорошо, что ли? Или что? Блин, сглазил. Пропылесосил вроде как. Так, сначала задание. Отслеживать задание, вот. Карта. Мне надо... Да вот сюда, не, вот сюда. Подожди. Вот сюда. Перед дверьми должен появиться. А я так появлюсь, да. Ой, ухо. Даешь твою мать. Ушки, ушки, ушки на макушке. Да, у меня такие проводные уши. Потому что беспроводные я не пользуюсь. Неудобно. А эти уши, кстати, удобные. Из множества. Одни только, да, которые меня устроили по качеству. Ну, это на том, как в ухе сидят. Опа, 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 ну-ка, 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 я даже не знал. Ревелио. Ну-ка, давайте прочитаем. Я даже не знал об этом. Скелет гибридского черного дракона. А, это про дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гакот после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уизлиса во время большой облавы на браконьеров в 1878 году. Кстати, об этом было оговорено в одном из видео. Она рассказывала. Так что, давай, ждем, когда ответит. Господи, что это за глаза? Они на меня смотрят, кстати. Так, вот.
Давай. I finished all of the tasks you gave Профессор me. Профессор Гайкер, все ваши задания выполнили прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить инсендиум. Подождите, я себе налью напиток божественного. Так, да, я навещал чего-то там. Коллеги в больнице Святого Мунга и знаю. Так, до сего момента ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял. Но сейчас вам прежде всего нужно что-то другое. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока было хрень какая-нибудь. Начнем. И помните, движение палочки должно быть очень точным. О, так это я знаю, да. Не дай бог, что-нибудь не так. И сосредоточьтесь, держите палочку. Ой, господи, это буква L. Не успел! А я успел. Так, разблокировано новое заклинание. Меню. Так, ты выбор заклинаний. Вот так. Я даже не знаю, как, а как это на пятерку, да, допустим, сделать? Так, ладно. Incendio. You're getting it. Keep at it. And try not to incendiate yourself. Задача профессора Гектора. Так, понятно. Во, я знаю, то надо на мост идти. Минутку. Домашняя работа. Так. Ну-ка. Ага. Теперь мне надо... Блин, а как мне на улицу-то выйти? Стоп. Мне надо как-то метку поставить. И надо сходить на один мост. Мост. Блин, даже не знаю, как правильно. Даже не помню, я даже не помню, где он, подождите. Так, минутку. Страница 21. Так, пристройка к библиотеке. Южное крыло. Честно сказать, я не помню, какой мост. Так, подождите, ладно. Но я помню, что я где-то вот здесь вот заходил. Может быть, я где-нибудь здесь и выйду. Давайте посмотрим. Если у меня есть пламя, надо зажечь там 4 чего-то там. Да вообще не то. Головоломка-то решается вроде легко и просто. Место хрен найдешь реально. Сейчас, подождите, будем искать место. Так, ну это не здесь, так. Так, а где я? Я вот в этом дворе. Так, надо забежать и налево выбежать, либо... А, вот сюда мне надо, вот он мост, вот этот. Так, ну-ка. Давайте. Сейчас попробую одну штуку. Головоломка не сложная. Просто у меня не было необходимого заклинания, чтобы ее решить. Потому что жаровни там на мосту, и их надо зажечь. Я так понимаю. И чтобы зажечь, вот сейчас будем зажигать.
Только в каком порядке? 1, 2, 3, 4. Там где-то было написано на полу. Так что... Просто еще, как сказать, А1, небольшой, бо, что? Правильно, нус. Защита от всех входящих блокируемых атак. Вот они, жаровни. Инсендио. Так. Репаро. Инсендио. Так. И что у нас первое? Треугольник, квадратик. Так, сначала треугольник, потом квадратик. Репаро. Треугольник. А, не видно было ни хрена, поэтому. Так. Теперь другой треугольник. Ага. Подождите, здесь вот такая загогулина. Вот такая. Здесь у нас цифра 2. И остается цифра 3. Где что выйдет, я не знаю, честно сказать. Опа! А, вот и вышло. Вот так вот. Вот тебе испытание. Интересные, конечно, ну, как испытание, говно, конечно. Уж больно, так скажем, легко и просто, как рулон Бикроста. Так, ладно, предположим. Так. Какие-то деревья. На! Ага, ячейка заполнена. Ну ладно. По крайней мере, мы загадку решили. Вот так вот блуждайте, ходите. Так, испытания, карта. Нет, мне нужны задания. А где это? Так. Подожди. Ладно. Давай выйдем отсюда. Но мы уже знаем, что здесь. И давай здесь попробуем. Просто идти далековато, наверное. Так, нет, подожди, нет, нет, нет. Где-то вот, вот. А, да и хрен с ним. Где-то там, короче. Первый, второй, третий этаж. Кто их там будет разбирать, блин? Сейчас мы подзаправимся немножко. Ну, кстати, пропылесосил, да, он немножко у меня притормаживает. Но зато вроде как качество. Ты прочитала? Там что-то учить надо? Иди учи тогда. Я учу. Ну, вот и учи. И это губёжки, как у рыбёшки, не мажь. Так. Нет. Угу.
Мне почему-то кажется просто, что... Ага. Ага. А тебе-то что надо? Ну, давайте спросим, кто ты и что ты, человечек. Инсендио. Блин, может не та магия? Hello there. Hello. Привет, ты звал меня? I was, yes. Звал, подумал, что ты захочешь присоединиться ко мне ради небольшого приключения. А именно поиск сокровищ по карте. Думаю, передышка в борьбе со схрушившимися троллями тебе не повредит. Я предлагал и Поппи поучаствовать, но не смог оторвать ее от чего-то там. У меня две карты, и обе ведут к местам неподалеку от Хогвартса. Хочешь взглянуть на одну из них? Давай! Following a Hogwarts treasure map. Я в деле. Count me in. Wonderful. Чудесно, меня завораживают тайны Хогвартса. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. Найденное сокровище можешь оставить себе. Меня интересует только, куда ведет карта. Ну-ка, давай-ка взглянем. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так. Карта Артура. Тайник в замке. Так, дракон, где-то я ту хероту видел. Только не помню где. Это, ага. Где-то, да, действительно такой дракон, я видел его. Все, вспоминаю. Так, потом куда-то, вот этот склет, это точно помню, где-то точно видел. И надо приманить от зеркала, блин, я даже не знаю, картины зеркала, что ли. Куда-то идти сюда. Ладно, ну это внутренний двор. Это единственное, что я могу вам, сказать, что это внутренний двор. Давайте посмотрим внутренний двор. Так. У нас внутренних дворов-то мало. Вот сюда вот. Давай. Не знаю, сюда тебя телепортирую. Я помню, да, было такое действительно. И один, и два, и три там вроде. Зеркало. Зеркало приманить. Вырвать, оторвать. Так, ну-ка, давайте глянем. Вот он. Проходим дальше в двери. А, тут еще какое-то, что ли, заклинание? Не понял. Ревелио. Проходим дальше в двери. Проходим, я говорю. Прогружается. Прошу прощения. Нет. Так. Я, правда, картинка где-то, я даже не знаю. Так, ладно. Карта. Карта мира, карта Хогвартса. Испытание, задание. Совиная почта. У меня отличная новость. Теперь в клубе есть новый манекен, который можно обработать. Так, это не то. Испытание. Коллекции. Так, инвентарь. Карта Артура, вот. А, F посмотреть. Так, проходим в дверь. Находим животное. У животного есть где-то недалеко зеркало. Все. Ну, как животное? Он скелет, умер.
Не дай бог, это замок, бля. Под замком. Там вот бабочка запертая, нахрен. Это я точно знаю. Меня просто туда уже сколько раз вела эта штука. Ревелио. Вон, видите? Вот это к этому зеркалу она ведет. Ага. One up, one to go. Не понял, ну-ка еще разок. Куда и что надо направлять? Распоряжение, письмо, письмо, записка, карта. Так, надо вот в эту штуку направить и дернуть ее. Акио. Так. Инсендио. Подожди. Что у тебя тут? Растение. А здесь не пойми что. Ну, кстати, что-то я много открыл чего-то там где-то. Так, не туда ткнул, прошу прощения. А как мне переключиться-то здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прошу прощения. Инсендио. Левиосо. Лумос. Так, ну это он. Может, я не так делаю что-то? Так, инвентарь. Да нет. Вроде все нормально делаю. Так, ладно. Так. Как переключается вот эта штука? На каких? Не вижу.
И тут замок. А там чаша омута. Там сундук с глазом, который я нахрен не могу. Что, говори вкратце. Да, вижу. Как достать соседа? У меня дочь смотрит. Хотя мы с ней сами проходили. Не знаю, почему не действует, но почему-то не действует, хотя найдите первый ориентир изображения на карте сокровищ Артура. Так, выставлено обозрение скелет носорога. Я знаю, что мне довелось проходить мимо него, должно быть. Ревелио. Ну вот он, скелет носорога. Найдите первую подсказку. Так. А как правильно-то? Ну это он. Ой, ладно, сейчас еще минутку две посмотрю. Так, инвентарь. Вот, у носорога. Что, спереди встать? Ну-ка, давайте проверим. Так, испытания. Испытания, коллекции. Меня не интересуют коллекции, меня интересует карт. Нет, подожди. Не карта. Задание. Так. Предположим. А, тут по порядку, может, надо их собирать. Как они? Сначала надо статую этого динозавра собрать или кого? Рептилоида. Господи, уже вечер. Ревелио. Так, надо набрать дополнительных миссий, и, возможно, по ходу следствия я смогу парочку решить. Это что такое? Выход? Выход откуда? А мне нахрена выход-то? Задание, так, задание, задание. Найдите первый ориентир, изображенный на картинке сокровищ Артура. Изображен, выставлен на обозрение скелет носорога. Я знаю, что мне довелось проходить мимо него. Так. Я не понял, а как я его должен найти? Как я должен его обозначить? Как? Давай, говорим. Минутку. Spare a moment. I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you.
I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Так, а сколько слышал о тебе, о битве с троллями и драконами? Ого, спасибо. Кот-перекот. Блин, даже не знаю этот. That's nice to hear. Приятно слышно, есть, я оправдаю свою репутацию. Судьба и впрямь не обделила меня. Что ж, рискну предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае именно ты мне и нужен. Понимаешь, однажды на уроке профессор Гекко учил нас изгонять Богарта, и мой, ну, к сожалению, принял вид пушишки? Чего бояться-то? Не понимаю вопроса, конечно, пушишки. Да. За вас, мои подписчики. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskin? They seem adorable. Конечно, на вид просто очаровашки, а потом какая-нибудь возьмет да и хренак. Ну, каким бы обоснованным ни был мой страх перед пушишками, люди начинают считать меня трусом. Приятного. Должно. Так, ну и хрен с ним. Это некрасиво. Я даже не знаю, что мне тебе ответить, блин. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Спасибо. Поппи все предлагал мне помощь в преодолении страха, но боюсь, вот ее участие станет только хуже. Впрочем, я сам умудрился все усложнить, когда по глупости я ляпнул, что ходил по тайной коридор травологии. Yes. Да и хрен с тобой. Rumor has it that the herbology professor before professor именно ходят слухи, что бывший преподаватель травологии уступил место профессору. Сейчас они, должно быть, как раз разрослись, что никто не смеет туда сунуть нос. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательства того, что я там побывал. Ну, там лист или стебель какого-нибудь очень опасного растения. Может, я там даже и был. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. Отлично. I very much appreciate it. Буду тебе очень благодарен. Приходи сюда, если найдешь доказательства, и я буду... Ну и... Ладно. Ядовитая отвага. Мне нужно обследовать территорию школы около крыла... травологии, чтобы найти вход в потайной коридор травологии. Ну давай. Я хочу пешочком. Ножками, ножками, Гаррет. Гаррет, Гаррет тень. Это из книги... Хроника Сиалы. Трилогия. Интересная книга. Не то, что интересная, интереснейшая. Рекомендую. Помимо этого, я еще рекомендую книги почитать. Эта серия состоит, возможно, из 16 книг Гора. Пленница Гора, Торцмены Гора и тому подобное. Дело в том, что даже в Америке была арестована деревня, которая жила по тому, что как жили они. Как это, как сказать, деревня жила по книге Гора. Поэтому рекомендую почитать. Да, она действительно фантастическая, интересная, увлекательная. Про человечка, про одного. Так, ладно. Подожди, а куда это ты? Ха-ха-ха! Минутку, подожди, куда ты меня так ведешь? Может, я так смогу телепортироваться? Так. А, все-таки я по ней бегу, все понятно. Ладно. А, ну правильно, выход же из Хогвартса, вот. По
Блин, вот здесь бы как бы текстуры бы не пропали. Найдите первый. Где-то я увидел. Конечно, я где-то видел. Так. А сюда я, кстати, заходил. Когда-то. А, не знаю, на видео было или нет, записывал я в тот момент. Да ладно, неси, Маруся. Опа, поймал. Руководство Хогвартс. Так, даже не знаю, как с ними справиться. Это пчелы же. А, ипопаточники. Это волшебные летающие насекомые, производящие ипатоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают улей, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Ага. Это, короче, тут битва должна быть, я так понимаю. Ни хрена не так. О, будь здоров, спасибо. Ой. Да не то нажал. Прошу прощения, блин, не то нажал. Чё тут ни хрена нету? Я уверен, что тут даже два хрена должно быть. Просто я чего-то не знаю, или чего-то не хватает, или чего-то нет. Ой. Вопрос это слишком уж очевидно. Вот, видите? Какая-то хрень. И что оно мне предпочитает здесь? Не знаю. Так, ладно. Вот так. Ага. Все, вошел. Да, действительно, большое здание такое, Хогвартс. Ох, кошмар. Ох. Да, и допью. Ну что ж, давайте посмотрим. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Ни хрена. Devil's snare seems to thrive in dark. Расслабиться надо. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Reparo. Levioso. Accio. Incendio. Ага. Вон оно что, Михаил. Ну не знаю даже. Подождите минутку. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Так. Ревелио. Репаро. Левиосо. Акио.
Так. Incendio. Давай. Protego, incendio. А, мне туда надо, а можно и сюда еще. Пожалуйста, кусочек этой огромной двери. Так, тикулы мне хватит. Блин, там у меня что-то под водой было. Так, ваши ячейки снаряжения заполнены. Вы можете продать лишнее снаряжение торговцам. Твою ж мать. Incendio. Ага, вот так это должно выглядеть. Protego, incendio. Ага, все понял. И вы не забывайте. Incendio. Protego, incendio. На. Вот так. Incendio. Вот, гори, гори, моя звезда. Ревелио. Incendio. Так. Ревелио. Так, это я собрал. А тут вот так можно, да? Ну давай, выходим. Хрен знает где даже. Минутку. Так, я оказался в саду. Ага. Нет, я телепортируюсь. Вроде задание было не очень сложно. Да? Муму? Только по основному сюжету мы, правда, не продвигаемся. Ну, мало ли, что мы можем заработать. Продать все лишнее тоже. Я согласен продать все лишнее, но я тогда не мог продать. А сейчас, может быть, даже могу. Так. Тоже носорог. Твою ж мать, стоять. Ага, там нет, там не прогрузилось просто. А. Ну чё, давай поговорим. Как мужчина с мужчиной. Ха-ха. Наваляем. Ну, чё ты ждёшь? Hello, Duncan. Привет, Данкан, у меня есть нужное тебе доказательство. Ничего себе! Листик, должно быть, гигантская ядовитая акула вымахала куда больше, чем я рассчитывал. Правильно сделал, что обратился к тебе. Спасибо, что достал его для меня. На, держи. Надеюсь, тварь, ты сам предложишь награду. Сегодня же покажу ее в гостиной, и насмешки над Данканом пушишкой прекратятся навсегда. Пушишка. Даже Эдвард поймет, насколько смехотворно это звучит. Еще раз спасибо. Хорошего тебе дня.
Ладно. От меня не убудет. Thank you for all of your help. No more puffskin dunking for me. Давай поговорим. А, ее нету. Давай поговорим. Хочу услышать твою историю. Ты в порядке? Разве ты не знаешь, что я Зенобия наук, девочка, которая вся школа ненавидит просто так? Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Why? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд, и самый ужасный из них Лерва так, тупица бездарный. Ну и? Я хотела с кем-нибудь подружиться и принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию плюй-камней, надеюсь, что кто-нибудь заценит. Ты знаешь, что такое плюй-камни? Такие маленькие шарики, похожие на стеклянные, с ними весело играть, и если поиграешь, они брызгают тебя вонючей жидкостью. А если проиграешь... Давай, звучит интересно, мне нравится Gobstones. Такая хрень. Like звучит занятно. Именно это я и пыталась ей объяснить. Но люди бывали так жестоки и всего лишь обдала вонючей слюной плюй камней с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. И Мильда одна из самых противных неудачниц. Да и Эдвард со Соней ничем не лучше. А, понятно. Понятно теперь что. Всей школе в самых высоких местах, ага. Rather an overreaction on their part. Ладно, буду так достану. I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the пока не знаю необходимый язык. Ну, вот почему нужно, чтобы кто-нибудь самоотверженный, талантливый пятикурсник мне помог. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from that hiding spot? Давай спросим на всякий случай. Знала бы, сама бы их забрала. Понятно. Got up there somehow. Ну давай пообещаем. Это мало ли вдруг где-то что-то как-то всплывет, так соберем тебе твои плюю камни на самых высоких точках. Ну это колокольня, вот я единственное не знаю место, куда я могу точно попасть, это колокольня. Давай. Кошачий глаз. А! Ксюша, не спать. Думаю, уснула. Ну чё ты, давай, плю камни, не плю камни. I'll see what I can do. Сделаю все, что смогу. Буду благодарен за помощь. Возвращайся, когда найдешь все мои плю камни. Do come and see me again. Хрен на тебя. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone. Так. Ой. Мне этих носорогов надо найти. Тайник в замке. Найдите второй ориентир. В замке сокровищ. Ага. Сейчас посмотрим. Блин, мне кажется, здесь это точно бесполезно. Так.
Вниз, 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 вниз. Давай, 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 беги. Еще немного. Ревелио. Так. О, блин. Даже по карте не понять ни хрена, куда тут бежать. Давай. Найдите второй ориентир изображения на карте сокровищ Артура. Блин, какой из них первый, какой второй, я уж не знаю, честно сказать. Ой. Кота мучают, да. Хотят понежить, поласкать его, погладить. Вот так. Любят его. Так, найдите третий ориентир. Сейчас я найду его, я знаю, где он. Так, все, оставьте его там. Нет. Ой, это, да, это мой динозавр. На, пушистый. Беги. Тебя трогали. Ух ты. Бедняжка. Так, на втором этаже. Я знаю, где он. Ой, не вовремя. Минут был немножко занят. Так. Вот так. А теперь глядим сюда и вот так. Господи, ни хрена. А, это войти надо. I wonder what came of Arthur's search. Вот так, ну не, ну ладно. Оно вроде и не сложно, кстати. Надо только научиться замки отпирать, кстати. А то я так хрен бабочек получу. Ну, в смысле, по крайней мере, вот эту точно. Надо, кстати, где она находится, надо сейчас посмотреть по карте. А, хотя я, смотрите, во двор выхожу, так что не заблужусь, это точно. Знаю, где эта бабочка находится. Пишем, делаем уроки. Вот да, такой грозный. Без пиздюлей, как без пряников. Итак, мне надо на вершине собрать какие-нибудь вишки, там туда-сюда, шишки, вишки. Давай. Если вдруг что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, я тебе помогу. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Давай, по-английски не понимаю. Yes, что случилось? Да, извини, я просто, кстати, я Нелли, I'm просто Nelly, я очень рада, что хитроумные ключи появились. The what keys? Какие такие ключи? Хитроумные, тебе ведь наверняка встречались летающие ключи. Ходи слухи, что бывшая директриса профессор Молл много лет назад заколдовала их, чтобы защитить содержимое некоторых шкафов. Профессор Блэк так и не удержался, расколдовал ключи, и раз в несколько лет они появляются здесь. Попробуй поймать такой ключ. Ну ладно. Попробую. Ничего тебе обещать не могу, но попробую. Ну-ка. Ну-ка. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. Каждый ключ приведет тебя, так если тебе удастся оставить ключ в замок, это дело непростое. Внутри может дать награда. You may find a reward. Так, я займусь этим. А это мне придется левитацию управляемую тогда прокачать. Я так думаю. Ну ничего страшного. Perhaps I'll give it a go. Пожалуйста, стоит попробовать. Конечно, стоит. Кстати, я слышал, один из ключей в основном в астрономической башне они изучают познаваемые науки. Ну и ладно. Так, мне надо сначала отнести эту штуку. Отнести эту штуку сначала ему туда. Где-то там мне огонек не зажжен. Почему? Не знаю. Но надо это исправить. Господи, как я это буду делать? Монтировать. Там же у меня за два дня
Ладно. Будем пробовать. Дойдем, кстати, до друга. Узнаю по поводу. Посоветуйся по поводу SIM с быстрый диск, кто там SSD. Ну, по-моему, так правильно называется. Как правильно? Как охренительная мегафлешка. Чтобы у меня прогружалось все гораздо быстрее, загружалось быстрее, винда перерабатывала. Технологии не стоят на месте, да. Не стоят. Так, вот эта штука как-то... Incendio, Reparo, Levioso, Accio, Revelio. Так, ну вот, это, вот с этим шаром что-то надо сделать, я точно знаю. Так. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию. Так, а это что? Полезных и целей окружающих мира, включая скрытые объекты элементы. Так. Ладно. Ну, я точно знаю, что он там что-то затеял. Ревелио. Ага. 5 и 12. Давайте посмотрим, как открываются эти двери. Так. 3 и хрен пойми чего-то там. Честно скажу, не помню, не вижу. Все это размыто. Ну вот видите, в центре 12, 5, 3. Надо, чтобы 5 получилось. Надо, чтобы 2 было. Первая должна быть гидра. Ну ни хрена не вижу, честно скажу. Ладно. Поднимаемся наверх. О, это я знаю. Давай берем. Ревелио. Опа, собрали. Ага, значит, надо вниз идти. Так, а какой-то ключ астрономический должен летать еще. Ревелио. Так. Господи. У меня такое чувство, что я не туда бегу. Ну ладно. Где что звякнуло? Так. Ревелио. Так, письмо. Ладно, прощел. Хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу местных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца, заметь, все они маглы, работали метод, позволяющий по распоряжению пыли на околоземной орбите определить, в какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, с чего они могли бы... Да, вообще хрень какая-то.
Так. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Accio, Revelio. How nice to see you, my. Ну давай. There's the cabinet. Шлёпаешь, вот так. Что-то не так, ладно. А, надо пришлёпнуть его, когда он будет мимо замка пролетать. Я так думаю. Ага, вот и попался. An old coin. Жетон факультета. Perhaps Nelly knows what it means. Ну ладно. Спускаемся вниз. Давай. Господи, что-то прорисовка где? Никакой прогруженности. Убить меня хотите? Минутку, кстати, сохраниться надо. Так. Спускаемся, бежим, бежим. Вот туда какую-то другую магию использовать. На этом шаре. Ага, ладно. Предположим. Ревелио. Мало ли что. Вот она где-то здесь внизу. Ага. С той стороны не слазит. Погружайся. Опа. Fills our stout hearts with joy to be in the presence. Да что ее мать-то? Вернитесь к Нелли с жетонов. Господи, так я столько жетонов видел по этому Хогвартсу. Ёж твою ж мать-то. Еще с каждым этим мини-играх пришлепни это, отшлепай жетон, блин. Ладно, чё ж. Да, прорисовка-то та еще. Давай. Поможем ей с жетоном, раз она такая без жетона. Ты все сделала? Were you able to follow one of the? Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token. Какой-то необычный жетон. Похоже на жетон факультета. Наверное, они нужны, чтобы открывать сундуки факультета. Я их так называю, потому что видел один в гостиной Гриффиндора и знаю, что в других они тоже есть. Так что поищи их. Это я понял уже. I do hope you continue on. Твою ж мать, а ты чё думаешь, что я бежать буду, что ли? Да иди ты нахрен. Попадется, так открою. Давай. Испытание. Нет, задание, вот они. Тайник в замке. Так, мне нужно сообщить Артуру, что тайная карта сокровища раскрыта. Вот, давай вот это. Где карта? Карта.
Вот так. Сейчас сообщу ему, что его карта раскрыта. Там, оказывается, надо все по порядочку делать. Какой порядочек? Хрен его знает. Сделал же. Нашел. Сделал. Что еще надо? Я как мельница мелю, очень поболтать люблю. И вообще, должна признаться, обожаю тусоваться. Водка, пиво, караоке от меня. Мужчины в шоке. Да, это Мурзилки Интернешнл. Тоже слушаю. Но мне это не вредит. Николаев, подтверди. Давай. Пламли. Вернитесь к Артуру Пламли. Сейчас вернусь. Пустите меня. Ну пустите. Ну возьмите меня. Ну пустите меня. Да. Системник у меня слабоват, конечно. Не тот задрот, на которого... Многие подписаны. Ай-яй-яй. Так, по лестнице вперед. По лестнице вперед. И туда тоже. Тоже вперед. Где-то недалеко. Только не упади в текстуры, кстати, надо сохраниться, да. Ой, давненько не сохранялся вручную. А это в текстуры пропаду нахрен, и потом хрен выберешься. Так, сохранить. Вот так. Продолжаем. Ты где? Человек задрот. Ну? Поговори со мной. Find anything yet? Hello, Arthur. Привет, Артур. Подумал, like тебе будет интересно узнать, что карта привела меня к двери, скрытой на портрете. О, как ловко! А моя — к лодочному сараю. Едва успел откопать сокольщик, как заметил приближающегося директора. Он прогнал меня, но я ухитрился прихватить парочку гелионов. А ты что нашел? Я нашел, как мне кажется, форум, принадлежащий какому-то историку. Повезло тебе. Значит, наши поиски начались с успехами. Правильно сделал, что предложил тебе присоединиться. Ну, давай посмотрим теперь, что за мантию я подобрал. А, коллекции, инвентарь, снаряжение. Так, мантия. На мне сейчас это минус 4, вниз пойдет. Так, инвентарь. Жетон факультета. Зависит от факультета, которому принадлежит. Письмо от сестры. Так, если. Да, это от... Внешний вид снаряжения меня тоже не интересует. Ладно. Вверх или вниз? Куда мне надо? Куда ты, тропинка, меня привела?
Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если бы. Так, коллекция карта задания. Давай. Смотрим, куда я телепортируюсь. Спишь? Смотрим. Не более высокий, так, на более высоких уровнях испытания из руководства. Ладно. Как мне вторые открыть? Пятый, шестые, какие там? Преддверие. И вроде недалеко. Ревелио. Репаро. Ладно. Я с тобой потом поговорю после. С тобой поговорю после. Никакого интереса нет. Ревелио. А, there you are. А вот и ты. Да, а вот и я. Hello, sir. Здравствуйте. Меня новому защитному заклинанию научили. So I hear. Я уже знаю. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to. Продолжайте работать с профессором Гагет и другими преподавателями. That said. Все же не стоит больше откладывать посещение библиотеки. Итак, продолжим. Фиг! Фиг, у меня есть для вас поручение. Идемте. Директор, я разговариваю с учеником, да и мое расписание. На расписание подождет, только что я скажу. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озриком мне доставили, вы будете рады загладить свою вину. Жду себя в кабинете через 5 минут. Ждет. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор, у нас нет выбора. Будет разумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как только выполню возложенные на меня поручения. Ну, давай глянем. Ревелио. Я думал, получится. Я думаю, что здесь что-то может скрываться. Так, ладно. Резиновые шлепки. Perhaps he'll have an idea. Тачки беспредел. Резиновые шлепки. Минуту. Так, продолжаем.
Давай, разговариваем. Вау. Твой рефлекс запущен, давай. Ведьма, сгоревшая на огне. Скрипки. Давай. Поговори со Себастьяном. Себастьян, краб. Это краб из Русалочки. Себастьян. Себастьян. There you are. Вот ты где, где реально краб. Как раз тебя-то и хотел увидеть, но был в трех метрах. После нападения тролля видел, что случилось. Виктор Рот обычно не устраивает учеников своим вниманием. В чем дело? Так. Ума не приложу. Но, действительно, я не знаю, нахрена он у меня напал. Может, он перепутал меня с кем-то из учеников? Как скажешь, не буду на тебя давить, но однажды тебе придется мне рассказать, о чем речь. Вероятно, я смогу помочь. Итак, зачем я тебе понадобился? Откуда я знаю? Профессор Фик попросил меня найти кое-какое запретной секции в библиотеке. А сам он не может? Его в последний момент вызвал к себе Блэк. Можно, конечно, подождать и получить от него разрешение, но ты хочешь проявить инициативу. Именно. Как ты упомянул, это само себе хватило ума не попадаться в запретной зоне. Все равно верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку и никому ни слова. Хорошо, я даже не буду спрашивать, как библиотекарь, хрен на него. Пусть подыхает. Спасибо, Себастьян. Увидимся позже. А то было так. Как-то пришел в столовую, сторож, сторожил столовую, упал на горохи. Подскользнулся на горохи, упал, это вот, ну, рассыпался. Никто не стал подметать. Распухал, порвался, все. Никто не знает, где этот сторож, где горох. Просто поделили 50 на 50. Одну часть в котел закинули, другую похоронили. А в итоге горох сгнил, сторож потух. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Увидимся в следующем видео. А на сегодня пока.